Во вторник, 10 мая, на Скорбещенском мемориальном комплексе состоялась церемония приведения к присяге судебных приставов. Клятву верно служить закону и России принесли 16 мужчин и женщин, успешно прошедших полугодовой испытательный срок. Поздравить судебных приставов со столь важным в их жизни событием приехали представители региональной и городской власти, общественных организаций и правоохранительных органов. С приветственным словом к молодым коллегам обратилась главный судебный пристав Рязанской области Ольга Божимова. Сегодня мы проводим на Скорбещенском мемориальном комплексе принятие присяги. 16 человек, которые успешно прошли испытательный срок и определились, что они будут работать судебными приставами, 16 человек принимают присягу. На сегодняшний день, я думаю, что это такое торжественное мероприятие, потому что мы его проводим в канун 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И я думаю, что не случайно достойные судебные приставы приняли такое решение принять присягу на верность долгу нашему Отечеству, работать, соблюдая все законы и работать на благо государства.